Представляете, уже скоро 10-й день, а мы не выбрали имя для моей сестренки. Мы столько имен поискали, столько значений у этих имен, и ни одно имя не подходит. Папа хочет Миланья, мама хочет Эмилия, дедуля с бабулей вообще хотят Амелия, а я Амалия и Милана. Но будут, конечно, ее в школе или в садике называть Амалия, Аномалия. Амалия, аномалия, амалия, аномалия, амалия, аномалия, тун-тун-тун-тун-тун. Помогите нам, пожалуйста, еще раз выбрать для моей сестренки имя. Из 5 имен выберите одно самое крутое, проголосуйте. Или Миланья, или Эмилия, или Амелия, или Амалия, или Милан.